Мы сейчас замешиваем тесто, на классическую пиццу мы будем делать. 3 килограмма муки нам надо. Кстати, вот здесь вот классическая, для классической муки, вот для классической пиццы мука, но также есть для неаполитанской пиццы, для римской пиццы можно мешать. То есть вы можете даже 2-3 муки купить и замешивать. Да, вот 3 килограмма мы берем. Так, теперь бигу, ребят, можно бигу? Нужно 600 грамм бига. Значит, далее. Добавляем дрожжи. 6 грамм. Далее 90 грамм масла нам надо. Да, это мы будем добавлять в конце. Также мы добавляем, смотрите, 75 грамм соли. Так, мы добавлять будем позже это, когда мы первый замес сделаем. Вот, все. В общем, кило 800 надо воды. Отсюда получается от воды вы берете, значит, грамм 50 просто водички. Это все мы сейчас будем замешивать, смотрите. Тестомес обязательно на первой скорости. Вот включаете, засекаете, заливаете воду. На классическую пиццу, ребят, запомните. В общем, вот 5 минут прошло. Мы засыпаем соль и добавляем воды. Воду. Все, теперь вся соль размешивается. Все это все перемешается. И все. А после мы добавим уже оливковое масло. Общей сложности занимает 13 минут. Смотрите. Да, оливковое масло мы добавляем и все. И смотрите, еще осталось 6 минут. Мы сейчас замесим. Все, и будем выкладывать тесто. Тесто наше готово. Я немного смазал, чтобы потом сильно не прилипало. Смазали муку и оставили. Сейчас все соберем, дадим постоять тесто. Надо его собрать и оставляем, пусть постоит. Сейчас Федя покажет, как мы его достали на пару часов согреться, потому что холодное тесто, его раскатывать нельзя, ему надо чуть расстояться, он согрелся, кислый газ начал разделить вот тесто, раз, аккуратно. Аккуратненько переложили на нашу муку, добавляли в углем, визуально глазами сделали борт, который мы его не трогаем, наши пальцы. Большие пальцы. Обычные пальцы. Ну еще. Все, потом. Потом берем очки и растягиваем. Под, руки под борт. И потихонечку тянем. Все. Ребят, не старайтесь делать именно ровную пиццу. И вот эти вот борта не трогайте. А здесь у нас... По часовой стрелочке размазываем наш соус. Или по часовой, или против, как вам будет удобно. И старайся за бортик ничего не заносить. Что там, чесночок? Да, чесночок и пармезан мы сейчас добавим. Чесночок, оливковое масло и пармезан. Это вот я так люблю. Да, побольше там. О, и сейчас немного оливкового масла. Вот так вот, оливковое масло, вот, все. И в конце мы уже кинем базилик. Аккуратно, аккуратно. Так, раз на лопаточку, раз. Закинули. Все, отправили, немного растянули. Вот. Руки специально под борт, чтобы сам борт, мы его не трогаем, он у нас не применялся. Все, все, это. Все, ставим. Это у нас пицца мастер печь. Посмотрите. Все. Здесь камень уже нагрелся, поэтому сразу, видите, она начинает подниматься. Так что, ребят, переходите на новый уровень. Обязательно, почему? Потому что это очень важно и очень нужно. Низ уже готов, все. Сейчас мы добьем его. Так, немного прокрутим, да. Ну-ка посмотрим. Вот, видите. Давай, доску. Вот так. Посмотрите. Хорошо, ну можно было еще подпечь, но это нормально. Ну вот, мы проверяем, да, конечно, спицы. Вот она стоит на пальчиках. Не пригибается ничего. Не привисает. Федя, краса. Посмотрите, видите,
борта все поднялись, все хорошо. Теперь прорезаем. Ну, нежелательно вообще колесико. Ну, желательно, да, ножом сначала. Все, ну, вот, можно посмотреть, вот наш бортик приподнялся здесь. Ну вот, пицца готова. Посмотрите, ух, мощно. Закидываем ее вот так вот. Бисмилля. Идеально.